Всем привет, с вами Прия. Нередко я говорил о всяких полезных сайтах по типу MoChampion, NoobClub, Moboom с целью получения какой-либо информации, с целью получения информации о будущих патчах, о каких-либо изменениях, об изменении легендарного предмета и раскачке артефакта и прочих каких-либо вещичек. Так вот, на сайте NoobClub в специальной статейке подготовили список всех легендарных предметов, которые будут добавлены в патче 7.2.5. Рассмотреть вы, конечно же, сможете их сами, но, знаете, я так заметил, есть некоторые легендарочки, которые схожи с плащом на разбойника. Мол, типа то, что ваша способность получает дополнительные заряды на дамаг каждую секунду или каждые 2-3 секунды, максимально 30 стаков, и потом это все дело опять накапливается. Это типа нагрудника у рыцаря смерти и, скажем так, по-моему, на паладина еще. Аналогичная вещичка, да. И аналогично на паладина нагрудник. Вот так вот. Легендарочки Навара весьма меня удивили, скажем так. То есть мало того, что тут можно прочитать про колечки, которые были добавлены для каждого класса и специализации, и эти колечки дают какой-либо талант вам, что-то типа амулета адского пламени в Диабло. Ну, то есть можно все-все-все об этом почитать. Тут, опять же, приписки, то, что новый или старый предмет, или измененный, или еще что-либо. Легендарочки на войны весьма хорошие. Шапка, например, конкретно на опустошитель или вихрь клинков только работает. Критическое срабатывание буйства создает 6 единиц ярости, то есть, допустим, ярости вообще будет много у фури воинов. Это реально классно. Ноги Арарата вообще порадовали. Это небольшая отсылка к Диабле, насколько я правильно помню. Там была вроде такая гора. Или не к Диабле. Но к чему-то отсылка точно есть. Мне там времени БГ прокнуло. Я ж ПВП все-таки начал заниматься. Вот. Это вы вдумаетесь, какой воин будет мобильный. При использовании блока щитом или отражения заклинаний вы получаете один дополнительный заряд на чардж. Реально классно. Вот, ссылочку оставлю в описании. Посидите, почитайте, может что-то интересное на свой класс найдете и начнете уже задумываться то, что может быть накопить осколков пустоты и именно эту шмотку, этот токен пытаться покупать в 7.2.5. Подумайте об этом. Всех вам благ, счастья, здоровья, побольше нужных легендарных предметов. И до скорого. Всего вам хорошего.